Асаведу подает. Опасно. Гол. Ну вот и забили. Вот так опасно, оказывается, бывает угловые-то у Урала. О! Это Сапета. Сапета это. И тут же Кирилл Панченко вместо Романа Еременко. Не удалось Игорю Акинфееву пополнить коллекцию сухих матчей сегодня. Второй в игре удар в ствол завершился голом. Я ни на что здесь не намекаю. На самом деле просто, мне кажется, армейцы играли расслабленно на этом стандарте. Ну вот здесь, например. И кто же был там с Сапетой?